Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий посетил Альметьевскую епархию. Вместе с ее правящим архиереем, епископом Альметьевским и Бугульминским Мефодием, глава Татарстанской митрополии совершил совместное богослужение и принял участие в решении вопросов текущей жизни этой недавно образованной кафедры. Напомним, Альметьевская епархия была выделена из состава прежней Большой Казанской епархии решением Священного Синода в июне прошлого года, рассказывают наши коллеги из Татарстана. У ворот Казанско-Богородицкого кафедрального собора города Альметьевска владыку встретил управляющий Альметьевской епархии епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий. Оба архипастыря совместно совершили божественную литургию в соборе в сослужении духовенства епархии. За богослужением владыка Анастасий обратился к молящимся со словами поучения. Никогда не забывайте, что мы являемся единым телом Христовым, и что никакого разъединения, как говорили, что разъединение произошло в Казанской епархии, ничего подобного. Мы являемся одной митрополией. И очень бывает всегда приятно, когда священнослужители участвуют в наших общественных богослужениях, когда владыка приезжает также на наши какие-то большие мероприятия. Поэтому я буду рад всегда, когда вы будете, батюшки дорогие, присутствовать в том или ином случае в нашем богоспасаемом граде. Никогда не забывайте, что связующим звеном между Казанью и вот вашей епархией является храм, посвященный Казанской иконе Божьей Матери. Царица Небесная покрывает всех нас своим державным покровом. Его Высокопреосвященство отметил труды Преосвященного Мефодия в трудном деле созидания новой Альметьевской епархии, которая существует еще только чуть больше года. В завершении литургии архипастыри обменялись памятными подарками. Далее глава митрополии ознакомился с жизнью епархии, пообщался с духовенством, после чего архиереи посетили здание, где будет размещаться епархиальное управление, и ознакомились с ходом ремонтных работ. В завершении визита глава митрополии и управляющий Альметьевской епархией осмотрели место, выделенное под строительство монастыря в селе Ямаши. В будущем здесь планируется создать Спасо-Преображенскую обитель.